Мы с вами здесь для того, чтобы смотреть прекрасный футбольный матч. Мы смотрим его вместе с разных точек. Говорю, мы, имея в виду и вас, уважаемые телезрители, дуэт комментаторов Юрий Розанов и Василий Соловьев сегодня с вами. Какой прорыв. И штанга, мяч в игре. Или вернее, начало другой со стороны соперника. Хорошая передача партнеру, который вовремя открылся. Вот это матч, вот это игра. И вот вам, пожалуйста. Если это комментаторский штамп, но я думаю, что понят буду верно. Указывающий перст бегущего судьи. Удар и гол. И продолжает ситуация, вот этот эпизод, оставаться неясной. Кто завладеет мячом? Культура пас, как говорят, культура игры. Гол! И отыграть его будет очень и очень непросто. Вот как раз учитесь. Вот дерзкий какой, а? Прям прыгнул в ноги. Абсолютно правильно. Прямая линия, вектор. Вот они, ворота по прямой к ним. Какая техника потрясающая. Ответный мяч. Вот он забит. И шансы... Вот шанс забить. Зрителям лучше. Они в такой ситуации... Здравствуйте все! На этом великолепном футбольном матче с вами сегодня дуэт комментаторов Юрий Розанов и Василий Соловьев. А теперь все внимание на поле. Как играет голкипер, а вы посмотрите. Ну, все время так ловить, конечно, не получится, но в этом эпизоде просто красота. Удар и гол. И только. И это после игры. А в процессе мы говорим одно. Он виноват и еще бы не виноват. Он прекрасно это знает сам, поэтому лица нет на вратаре. Мадридский Реал получает право. Хорошо бы кто-то поддержал, потому что одному здесь очень трудно продолжить. В воротах мяч. В воротах рывком. Для этого практически все сделал. Вот передача. Казалось, что может быть... Когда-то вот этот футболист выиграл. Передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Вот шанс забить. И штанга! Ах, как сложно было это технически выполнить. И вот вам, пожалуйста. Это внешняя неторопливость от ощущения собственной безнаказанности. Если угодно, ну вот, можно сказать, как из рога изобилия. Я отмечу командное движение, оно очень неплохое. И вот он, пас. Передача. Вот момент! Ну хорошо, хоть забили гол. И вернее, начало другой со стороны соперника. Казалось, есть шанс у нападающего освободиться от опеки, но это только казалось. Поработай, поработай, покажи какой-нибудь еще фокус. Опас-то неплох. Вот цепная реакция. Да как пошло, так поди их останови, красавчик. Демонстрирует высочайшую технику. Вот как предлагает игрок свои услуги. Открывается на свободную позицию. Мяч получит или нет? На хорошей скорости, между прочим. С мячом почти как без него двигается. Очень много игроков. Ну и вариант развития атаки есть. И, по-моему, он даже не один. И вот пасует партнеру. Издавна уже принято называть подобное. Неприятно болельщикам одной команды и вдвойне неприятно болельщикам другой.
Ну еще бы, можно сказать, не просто забил, а выставил вратаря дураком. Удачный проход. Это шанс. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. Еще один пас. Ну давай! Разрыв в счете продолжает увеличиваться. В концовке этой встречи для обороны желание только одно существовало. Поскорее бы все кончилось. Но вот, похоже, оно и кончилось. Гол. Вот такое получается лидерство сегодня. Безупречное. Разрыв достаточно велик. Вовремя мешалась защита и перехват. Валенсия добивается успеха! Впечатление.